Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как седлать лошадь. После того, как мы одели нагавки или бинты, мы приступаем к седловке. Берем вольтрап, одеваем на спину лошади. Это у нас называется вольтрап, это у нас называется меховушка. Сверху мы с вами одеваем седло. Причем хочу заметить, что седло мы с вами и меховушку одеваем с левой стороны. С правой стороны мы пристегиваем, подкругу сейчас пристегнем, а с левой стороны будем затягивать подкругу. Значит, вольтрап нам надо присоединить к седлу. Здесь у нас с вами специальные липучки, которые у нас пристегиваются к седлу. Зацепляем за ремешочек, и вот эти вот с нами приструги мы просовываем вот так в петельку. Тогда у нас вольтрап с вами не уедет за седло. Так, значит, сейчас я с той стороны прицеплю подпругу с правой, а с левой стороны я буду ее присоединять. После того, как мы с вами подпругу подсоединили, с этой стороны мы с вами затягиваем подпругу. Первую застежечку первой приструги, вторую застежечку ко второй. Присоединили. Вторую ко второй. Седло у нас должно с вами лежать таким образом, чтобы оно было как бы за холкой лошади, и подпруги проходили под передними ногами. Хочу еще сказать, что когда мы подтягиваем подпруги, некоторые лошади, так скажем, надуваются. Поэтому, когда лошадь выведем в манеж, необходимо еще раз проверить, как хорошо у вас затянуты подпруги. Если они у вас будут затянуты слабо и вы будете садиться в седло, вы можете просто упасть. Седло скатится на вас. Итак, мы одели с вами седло. Теперь мы одеваем с вами уздечку. Значит, отвязываем лошадь с развязок. Отцепляем развязки. Значит, прежде чем снять недоуздок, мы одеваем повод на шею лошади, снимаем недоуздок. Значит, как одеваем уздечку? Значит, нам с вами понадобится сахарок для того, чтобы лошадь взяла трензель. И одеваем уздечку, даем ей сахарок, одеваем на одно ушко уздечку, потом на другое, выправляем челку, затягиваем капсуль, это называется у нас капсуль, вот. Затягиваем так, чтобы было не сильно туго и не сильно слабо. То есть, чтобы капсуль лежал плотно по морде. И затягиваем еще, специальная такая есть, называется нахрапник. К капсулю присоединяется. Его мы тоже слегка затягиваем. Так. Теперь мы застегиваем ганашный ремень. Таким образом, чтобы здесь у нас с вами проходил кулак. Все, наша лошадь готова к тому, чтобы мы ее вывели на работу. Для этого мы снимаем повод, берем лошадь под уздцы и выводим на работу. На этом все. Спасибо за внимание.